що ну що вам захар? Скільки? Вам були ці з яким джемом? З клубничним шоколадом? Ну там чай! Один глічик попробую. Давайте я вам один глічик і два джема. Хорошо? Давайте я вам... Или даже давайте на пробу. Джем. Мерси. Три сахара. Пожалуйста, попробуйте. Я не хочу, один глічок. Мерси. Нет, Маша, давайте. Переводчикам тоже давай. Если хотите, я могу с вами на английском разговаривать. Да, это сюда. Хорошо. Ищите ли вопрос? А, хотите, да. Блинчик надо. А вы не хотели? Надо блинчик. Хотите, можете взять вёрстки, если вам удобно. Я хочу домой дома. Домой я не приеду. Хорошенько вам дома. А вы дома? Да. Ось нас и дома, нагон вызывайте, вона и дома вам нажали. Ні, це не абрикосовий, це гарбузовий, а це бумничний. Це гарбузовий, так. А тебе і бумничний? Правда, не скажете. Мама. Это все было гарбузовый. Здесь много вот это гарбуза, да? Ну, гарбуз стандартный. Який... Ну, что, кашу делают, да? Да. Гарбузовую кашу. А как вы делаете? Интересно, да? Не скажу. Ну, тогда я буду вы кашу смотрите. Пригласите, и она вам дома сделает. Хочет думать? Не могу, я ж бачу ту вещь. Так, ну, можно же. Не пойдет. Клинка на работе. Дякую. Дуже вкусно. Слушайте, а ви не хотіли, казали наїлися. Вже ми повдяли, так? Ну так це ж полтавське. Правильно. Того і смачно. Є ось бліч. Я закінчу. А полуничний джем я? Я вам план по цукру зроблю. По-русски нет? Чуть-чуть. Strawberry. Strawberry джем. And what? This is I don't know how to pumpkin. 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 Ну гарбуз pumpkin. Pumpkin. Halloween. Pumpkin. А, да. А, да? Да, ну ты оставишь гарбузы и метапоризны. Кашу варю. Гарбуз же pumpkin. Я не знаю, честно. Да. За гарбуз еще ни разу не учили. А где люди? Почему? Ну вот они все были перед вами. Ура-ра-ра-ра. Они не хотят. Мужчина, заходьте до нас. Это очень вкусно.